Валера, если бы ты знал, как я устал от этих постоянных оскорблений. Ну, кстати, вот сваты там же делают и луганские ребята. А вы сразу, когда этот проект возник, осознали, что это вот все, это вот теперь рейтинги, это нет, победы? Нет? Нет, Женечка, что ты? 9-й год, да, ведь да, первый фильм? Да, 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 наверное, да. Сейчас будут седьмые, слава богу, в Минске будем снимать. Нас же туда не пускают, Киев. Киев сватов не пускает из-за всех этих дел. Да, то есть теперь сваты переезжают в седьмые в уже Беларусь. Написано, мы ждали вот 3 года. Так, ага. Там снимать будет, команда та же, но снимать ага просто будут. Ага. Ну, не пускают нас, что делать. Ага. Оказывается, Андрей Яковлев, вот эту Валюху он уже конкретно писал туда, угу, на меня. Угу. И вдруг Федя, аж тогда Федя тоже, я добро его первый раз увидела, да. Думаю, ну что там за история, ну бытовуха абсолютно, ну какой там. И я захожу в банк, как сейчас помню, в Киев приехали на вторые сваты там поменять. И молодые ребята в банке, казалось бы, знаешь, сидят там, не на рынке там, знаешь, которые смотрят вот такие истории. Слушай, подожди, говорит по телефону, подожди, там сваты начинаются. А я сижу перед ним, он меня не узнает. И вот эта вот фраза его, там сваты погодят, ты не смотрел, ой, обалдеть. И я это все слышу. И вторые потом пошли третий, потом пятый, четвертый, пятый, шестые, вот потом вот сейчас седьмой. Вот. Сама смотрю, сама смеюсь. Вот, понимаете, отдыхаю действительно. Вот такая удача. Угу. Там все подобраны великолепно, на мой взгляд. Федя тоже, ну, угу, мы влились там, мне кажется, мы такая пара, мы и в жизни, но ну, мы не, ну, я так, конечно, там влюбилась в одно время, но слава богу, что все это было по-дружески. И все, я так благодарна. Такой партнер. Хорошо как, ядрит твою. Давай иди, ополоснись. Так куда полоскаться? Я ж только поела. Да ты постоянно ешь, что тебе, не мыться теперь, что ли? Тьфу на тебя. Но, Женечка, да, что хочу сказать. Это не только я переживаю из актеров, вот, особенно Демьяненко это сильно переживал. После этого Валюхи и очень много раз слышала, что только никого из сватов. И, конечно, спасибо большое Валюхе, огромное. Но, конечно, хотелось бы все-таки еще посниматься, пока силы-то есть, понимаешь? А вот пик. Вот все. Поэтому радуюсь, что сегодня... Но это сегодня ленность, это я должен сказать, это ленность наших этих самых... Конечно. Режиссеров и продюсеров. Конечно. Они, к сожалению, вот как увидели... А, ну вот это у нас да, вот... Да, ленность, ты прав, да. Да. Вот так. Нет, а она же ничего другого не может, или он ничего другого... А ты попробуй, ты возьми, да, ты сделай. Нет, это как... Надо... То есть вот они вот берут стереотип. Таня, вне сценического общения включает Валюху когда-нибудь? Бывает такое? Ну, как, конечно, бывает. Бывает. Конечно, бывает. А она включает не только Валюху, у нее большой репертуар. У нее большой творческий репертуар и диапазон. А на съемке 7-го сезона в Минске-то вы летать будете? Или все это поездом? Вы же летать не любите, я очень не люблю летать. А в Берлин как? На поезде тоже? Нет, летаю только пьяная. Выпиваю это игристое. Крепких напитков не пью давно. Так. И вот в самолете. Мне сама стюардесса сказала, когда я побелела, побледнела, вцепилась. Ну, Анечка, он видел, как я один раз полетела. А вы нормально, да? Вы... Она уже тоже нет. Стала. Уже нет. Уже я нет. С мамой полетала несколько раз. То есть это заразное получается. Это сильное впечатление. Да, это заразное, это вирус, понимаете? Так мало того, молодой деле. Человек, ее тоже, вот они сейчас летели из Венгрии, тоже сам начал трусить. Понимаете? Ну, потому что я сижу там, все уже.